вы на канале Анна Кри и Папа Ляпа. Сегодня мы будем играть в игру, которую подарила папе на день рождения. Но папа день рождения было вчера. Да, но мы пока не дошли до этой игры. Папа еще не видел ее, да? Так, и что тут за игра, Аня, расскажешь? Угу. Что тут надо делать? Кубик кидаем, выходим. Тогда выбираем фигурки. Какую ты выбираешь? Я выбираю это. Это кто такой? Это козленок. Ага, так, каким же папой? Так, это большой человечек. О, вот это с такими большими глазами. Папа готов на старте. Так. И кто первый будет ходить? А может, сыграем камень, ножницы, бумага? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А, ты первая. Порезала там. Один. Так, папа кидает. Сейчас папа как кинет, шесть будет сразу. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Папа обгоняет всех. Да? Четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Что это такое, папа, перепрыгнуть? Что это такое? Ракушка. Ракушка? А на нее можно наступать? Или когда на нее наступаешь, пропускаешь шар? А? Наверное, так, когда наступил, ты ногу поранил, пропускаешь шар. Пока весь бинтом замотаешь, да, пропускаешь ход. Давай. Один. Я еще раз кидаю? Нет, я ж не попал на него. Четыре. Раз, два, три, четыре. Ай, прям на ракушку наступил. Ты ходишь два раза. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. А может быть, ты на ракушку наступаешь и вот эту штучку открываешь? Или только вот эта ракушка открывается? Эту, да? Угу. А эти все не главные? Понятно. А вдруг папа туда не попадет и не узнает, что это за секрет? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ходи. Чего ты открыла? Нет, я же не попал туда, давай. Я попал туда. Я вот туда, там же туда. Ходи, да. Ходи. Это самое, да. Она ходит туда здесь. Угу. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Меня подвесил, да? Я кидаю пять. Раз, два, три, четыре, пять. Что же там все спрятано? Папа так выиграет и не узнает, что это за секреты там. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре. Раз, два, три, четыре. Ты тоже не попал? Нет, не попал. Давай. Попал, ты же не попал. Нет, не попал. Лучше. Кубик какой? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Один.
Твой лилиненок, знаешь, почему такой медленный? Потому что он лежа лежит. Вот из-за этого он плохо играет. И я открываю. Что это? Открывай. Акула или кто это? Пропускаю ход? Ничего себе. А что здесь? Посмотрим. Нет, я здесь не остановилась. Здесь пиздец. А на ракушке что? Я открываю. Это красная повесть. Одна. Попала сюда. Так, мы не будем открывать. Ходи. Я же сюда не вставала. Нет, не вставала, ты пропустила. И тут надо так вот к папу. Давай. Давай, кидай. Ну, я же становилась. Давай, так. Кидай. Ну, это считается. Нет, не считается. Считается, когда кубик упадается именно на тот кубик. Три. Раз, два, три. Кто-то мой игрок начал медленно играть, потому что он устал. Два. Два. Раз, два. Он не спеша идет к финишу. Два. Раз, два. Радушка, вот теперь я открываю. Три, четыре, далеко. Все, я скоро открою. Только все, однажды. И что? Для чего? Чтобы забрать себе. Все призы? Да. То сейчас ты должен? Может быть, да. Может быть. Так, кидай ты. Так и должно быть. Давай. Все, ты все, ты открыл, ну вот. Так, кидай, 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 кидай. Подожди, а ты сколько ходил? Ходи, кидай. Ну сколько ходил? Я уже пошел. Если ты ходил 3 или 4, ты должен обратно вернуться и будет только один шаг. Хорошо. Папа уже походил. Два. Раз, два. Опа. Ты открываешь что? Или это просто тина? Пропускаешь ход. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И папа в финише. Ура! Я выиграл. Та-да-да-дам. И где же мой приз? Какой? Мои призы меч? Я понял. Все. А вам понравилась игра, которую Аня нарисовала папе на день рождения? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.